Хей, окей, с вами Шумик, и мы продолжаем проходить игру под названием, ну, точнее, заканчиваем играть уже, Rolling Sky 2. И у нас осталась только судьба. Сразу. Легкого нету, у нас сложный кошмар. Симфония Бетховена. Первый чекпоинт только. А какие нужно было собрать? А, нифига, вы придумали. Это я должен запомнить еще. Ну хотя ладно, это средний уровень сложности. Это можно понять. Бла-б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 ла. Меня прибило шахматой. Две шахматы, потом там какой-то пиздец начинался, и я забыл, из-за чего я погиб. Ага, из-за этого я вспомнил. Чекпоинт! Гоните чекпоинт, вы что гоните? Манать! Я на... Самое сложное сюда не добегу. Ого, это должен здесь проскочить буду. Куда я должен был прыгать? Он не уходил туда. Может, к ним надо? Нет, они убивают.
Та-та-та-та. Я не цепляюсь! Я не цепляюсь там ни за что! Нихера себе! Это что за резкие обманки такие? Это как возможно? Это как? Я просто не понимаю, как они представляют, что я должен был сделать. Ну ладно, здесь я уже привык. Это нереально. У меня просто вопрос, как мне нужно пройти второй диск? Вот, он очень быстр, он очень быстр. Дальше там вообще начинается непонятно что. Вот такие дергания. Странно то, что я до этой цепляюсь, но мне урон не приходит. Вот видите, там идет резко влево, потом ровное. То есть мне нужно всего лишь одну пережить клавишу. Но это снова же нелегко. Интересно дальше, что там. Ну, мне чекпоинт не дают. Тут один всего лишь чекпоинт, да, был? Или два. Я просто сюда не могу наступить. Там? Я смотрю ровно, ага, вот, потом идет в правую сторону сразу.
тупыми крылахи. А потом дальше все. Там дальше какой-то что-то новенькое будет. Но мне кажется, там сейф не скоро будет вообще. Что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? А, то был финал. Так, тут я вообще не запомнил. По прямой направо, налево. Центра нету. Тут центра не было. Но зато теперь я здесь более-менее прохожу. Быстро. Ну блин, диск слишком быстрый. Не мои проблемы. Центр, 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 налево, направо. Центр, центр. Заново. Бам-бам-бам. Та-та-тан, та-та-тан, та-тан. Та-тан, та-та-тан. Середина. Не середина, лево. Квадрат, лево. Не середина. Клик. Не середина, прямо-прямо-прямо. Все. Хорошо, давайте попробуем кошмар. Мы попробуем, я его даже проходить не собираюсь. А, то есть нам даже руки не показывают игрока.
Чё так сложно, я не пойму, му-му, это так невнятно, оно лагает, блядь, теперь всё кликает туда-сюда-сюда. Та-дам. Как я должен там был перепрыгнуть? Вот здесь я не пойму. Ладно, стоп. Ставим паузу. О, кнопки просто появляются. И тут я понимаю, что нам еще долго играть, потому что этот игрок еще не ломал клавиатуру пальцами. Это очень будет долгом. Я просто не могу пройти момент с тремя клавишами. Вот этот момент. Вот здесь. Вот здесь я не могу пройти. Я прыгаю, но не успех. Шно. Но не успешно. Я пытаюсь. Ну, сами видите результат. Он тут фризит. И мы с вами на этом заканчиваем. Поэтому, да, у нас несовершенно два уровня. Это кошмар. Кошмар судьбы и кошмар грабитель. Все, остальное у нас все пройдено. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.